Ой, темно. Всем привет, доброе утро. Сегодня вторник. И Виктория, блин, и колопацает. Колопацает по рецептику моему старенькому листочку с кефира, который. Кефир взяла без обезжиренный. Вообще, конечно, пол-литра, но я всегда, ну, по рецепту. Вот, видишь, 0,5. Но я всегда делаю вот так, только за 400 грамм, и оно получается все равно нормально. Хотим сейчас пожарить блины. И с Викой еще на пляжик сходим после обеда. Может, и Назара вытащим. Оттуда, может, наш папа, кстати, заберет. Хотела голову помыть, но раз пойдем на пляж, не буду я ничего мыть. Вот так завяжусь. И все, вечером уже помою после пляжа. Да. Кушать наготовлено у нас. Блинов пожарим, чтобы с собой взять. Черешеньки возьмем с собой. И водичку или мохито. Компот. Можем лед в термос взять, кстати. Он хорошо там сохраняется. Вообще, все, что угодно, да, все можем, да. Мы все можем. Мы все сделаем. И этот. И пойдем, короче, сегодня попляжемся. Основная работа на сегодня нету. Кушать, готовить не нужно. Консервацию я сделала. На выходных хочу еще сделать столько же. А почему на выходных, кстати, у нас в магазине... Ты взбивать хочешь? Я сейчас быстро. У нас в магазине скидки выходного дня. Почему и огурцы? Мы вчера взяли по 11 гривен килограмм, а на выходные 8,50. Поэтому я обязательно еще возьму килограмм 10 и обязательно еще закрою. Все выключается, потому что Вика миксер включает. Так, я уже выношу консервацию. Пока определила ее здесь на балконе. Я хочу, когда уже все-все сделаю на зиму, это и занесу уже в кладовую, чисто чтобы расставить правильно, чтобы все было, как сказать, компактно и понятно, а не вперемешку. Поэтому пока поживут банки на балконе. У Вики тут уже блины полным ходом жарятся. Бабайка, ты к нам-то не, он же в ошейнике. Надо ошейник уже менять, значит, ему уже он не это, не пригоден. А мы выбрались на пляж, наконец-то, под вечерок после обеда. Дожарили блины, чуть-чуть переждали часик, пока чуть-чуть спадет жара. Вот, взяли с собой семечки, черешни, компотик. А компотик ты положила? Я только вспомнила за него. И идем с Викой на пляжик, поваляемся. Потому что дома духотень, так там хоть окунемся в Днепре. В общем, наконец-то мы выбрались вдвоем. Что это? Это дождь так вчерашний? Ого! Ого, как заливало! А куда же оно все заливало? Через трубу, непонятно. Ладно, плывем, поплыли. Мы уже окунулись с Викой. Я работаю тут, ну, слон, скажи. Ну, мы расслабляемся, а что тут хотела? Мы уже с Викторией покупались. Так классно, ребята, боже, как классно. Вода такая полусвежая, полутеплая, я бы так сказала. Я не знаю даже, как охарактеризовать. Я не взяла блайзер, вот это какую-то Викину панамку одела. Вика свою, а я ее. И мы кайфуем. Сейчас будем валяться, загораться. Людей немного, вообще супер. Вот я такой пляж люблю, вообще мало людей. Ну, конечно, сейчас после работы поначну где-то часов 6 собираться, мне кажется, люди, да? Ну, классно. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Дочь. Что еще тебе сказать, мам? Лежу с Вики, смеюсь. Солнце шкварит, она в телефоне вот так лазит. И вот так одела, вот так вот взяла шляпку, под шляпку телефон засунула. И вот так смотрит, такая смешная. Вон, сейчас. Скажу. Не видно, спряталась коза. В общем, вот так. Под шляпкой. Вика под шляпкой, вот так, как и я тут.
У меня сегодня день приключений. Ой, сейчас видно меня, не видно, не вижу. Себя не вижу. Ага. Бежала сегодня с этого. Сейчас лягу удобно. Вот так расскажу. Бежала сегодня с комнаты в комнату и вот так в дверь врезалась, прямо врезалась грудью. У меня на груди такой синяцюра. Это просто капец, больно было. Мы холодное прикладывали. Потом выходим на пляж, только вышли с подъезда, я маску забыла. Звоню Назару, говорю, скинь с балкона. Назар скинул. А, пока Назар мне там скидывал, вернее, искал маску, мне под платье за шиворот залетела то ли оса, то ли мы так и не увидели. Я говорю, какая-то оса-невидимка. Как укусит что-то? Я кричу, Вика, этот, убери, я не могу достать. Ну, подними этот сам сарафан. Она не поняла, давай бить, типа ж убивать. Я говорю, меня что-то кусает. Она его лупит, а оно меня кусает в другие места. Ёшкин, у меня там теперь опухшее такое неприятное ощущение. Короче, Вика говорит, какая-то невезуха сегодня. Говорит, мама, у тебя и правда невезуха. Ты уже на животик перевернулась? Ой, душно, душно. Я бы уже опять купалась. 10 минут полежишь и хочется окунуться. Если сейчас голуби налетят или воробьи не налетят. Вика мне семечек насыпала, у нас уже полущенные. Ленивая называется. Дочь, черешеньки доставай тоже. Сначала семечки пойдем. Чтобы они не прокисли. Они так на солнце не будут прокиснуть. Думаешь? Ну да. Ну хорошо, прячь. Мы напляжились уже с Викторией. Идем, сейчас направляемся. Там впереди есть такая труба душек. Хотим ополоснуться там. Чуток обсохнуть и домой. Уже. Еще встретили Хатункиных друзей, Оксанку с Виталиком. Пообщались, покупались вместе. Но уже время, скоро Сережа с работы приедет. Пойдем домой папку ждать, встречать. Мы и так почти 3 часа побыли. Хорошо. Может, даже и подзагорели, но пока не видно. А, вон водичка течет. Это, наверное, только ноги можно, дочь, помыть. Думаю, да. Чуть мне так кажется. Видишь, маленькая струйка. Я думала, мы полностью окунемся. Ну, А, там кран есть. Ну, давай. Нет, я хочу, да. Я хочу вытрусить покрывало сначала. Может, и правда всему не мочиться, а уже дома помыться. Давай только ноги, наверное, мыть-то и все. Дома помоемся нормально. Мы правда, мы сейчас мокрые будем и пойдем в маршрутку. Угу. Пришли с Викой к дому и решили посидеть на лавочке, потому что солнце как раз на наши этажи заходит как раз. И мы хотим дождаться, пока оно зайдет. Я думаю, минут 20, полчаса максимум. Как раз, может, и папа приедет. Сейчас Назару позвоню, пусть тоже выходит. Гуляет с детьми. А может, он где-то и гуляет, он же собирался. Ой, вроде бы еще и что-то мне солнце прилетело на мордень. А ты уже совсем разделась? Да мне жмет спину больно. Да? Натер купальник. Натер. Ой, как раз сейчас как раз пойдем домой, помоемся, песок смоем, бо у меня и в голове он, по-моему. Мы уже дома. Поставила картошку. Так захотелось в мундире, как мы с Назаром ели, и Назар захотел. С подсолнечным маслом салатным и чесночок и солькой поставила. Не знаю, может, и Сережка захочет. Там, в принципе, есть что кушать. Так, а также взяли карематы. Вот у нас Вика едет послезавтра в лагерь палаточный. Мы потихонечку уже собираем ее, готовим на выезд. Надо еще посмотреть, что там по списку надо.
порезать. Сейчас. Малосольненькие пошли. Классные. Их надо есть, потому что еще пару дней, и они уже будут соленые. Ой, папа вылизывает тарелку. Сережку сильно не снимаю, бо раздетый. Вика обиделась, что ее не ждут. Да ты в купальнике же еще. А вот и наш с Назаром ужин любимый. Я, правда, картошку варила, думала, и папа будет. Вика сразу отказалась. И Сережка мылся, поэтому приготовила на него, но он уже поужинал другую еду. Да. Мы с Назаром обожаем. И вот мое подсолнечное масло с чесночком, немножко соли. И вот так вот я так люблю. Огурчик малосольный будешь? Ненавижу картошку чистить. Ну, даже ножом. Давай чисть. Учись. Это ужасно. Приятного аппетита. Спасибо. Нет, ну поломалось. А Назар любит соусом кисло-сладкий чили. Сладкий чили, во, кисло-сладкий, говорю. Ну, вкус как горелая картошка. Чего? Не. А, нет, привкус. Это я просто вместе с кожурой съел. А, ну, вот тоже. Классно, мы поужинали. Назар, правда, мало съел. Три здоровые вот такие картошки. Там не было таких здоровых. Я ел как Лукашенко, не надо мне тут. Причем тут, что Лукашенко много ест? Угу. Это, наверное, единственный президент, которого ты знаешь. Ты решил его это влепить уже везде. Нет, я знаю еще двух бессмертных президентов. Кого? Путина и королеву Елизавету. Они будут жить вечно. Ага. Я уверен. Королеву Елизавету? Да. А какой страны это президент? Мойс. Не прикопаешься. Сегодня ляжу спать с мокрой головой. Завтра встану такая. А может и нет. Может и не такая. Но зато будет хорошо и легко. Мы спим сейчас с вентилятором включенным. И будет хорошо ночью. Мне будет свежо. Все, включилась сказать всем пока. Всех люблю, всех целую. У нас день подошел к концу. Все вареное, пареное. Я еще хотела прогуляться, но Сережка что, уставший, не хочет. И не хочу его напрягать, пусть отдыхает. Поэтому я тоже отдыхаю, заканчиваю свой день. Все, всем пока. Всех люблю, всех целую, обнимаю. Пока-пока.